Наш народ рассеян, как звезды в галактике. Кто мы? За что мы сражаемся? Быть мандалорцем — это значит не только уметь сражаться. Ты должен уметь ориентироваться в галактике. В таком случае ты всегда найдешь свою дорогу. Я отправляюсь на Мандалор, чтобы найти искупление за то, что я совершил. Да пребудет с тобой сила! Таков путь. Там творится что-то опасное. Но пока ты это заметишь и начнешь действовать, будет уже поздно. Держись, малыш.